Друзья, приехала я в Home Depot, приехала я в магазин с Миюшкой, с нашей младшей. Хочу посмотреть цветочки. Так, я смотрю, завезли цветочек под названием Мандевилла. Диплодения еще так называют. Идем. Смотрите, какое красивое у нее цветение. У меня такое растение тоже было. И долго жило, но в общем, как-то не сложилось. Так, много разных красивых композиций. Прям глаза разбегаются. Это, наверное, локазия большая такая. Миша, сюда. Папоротники. Боже, какая она красивая. Какой интересный ствол. Ого. Да. Такое растение я вижу впервые. Какая красота. Какой окрас листика. Смотрите. Так, $27 за такой горшочек. Смотрите, петрушку можно купить, получается, за такой горшочек 3,33. Либо же купить 3 горшочка за 10. Да. Здесь уже рассада разная, зелень. Пришла сюда за комнатными растениями. Боже мой, посмотрите, еще одна алокасия, но это, мне кажется, шкура дракона. Это же вообще с ума сойти. Да, боже, какая она красивая. Но видите, по листика это что-то нехорошее. Получается $35. Да, ой, смотрите, какая красота. Да, ну точно шкура дракона, правда? Да, о, гибискус у меня тоже, кстати, был точно такой. Тоже было, даже 2 пропало. Тоже красивое цветение, да? Так, я уже нашла то, что я бы хотела купить. Друзья, мне понравился сцендапсус. Я его тоже хотела. Ну, тут такие, конечно, листики. Не сильно, конечно, они хорошие. Но есть и хорошие. Смотрите, какой большой. Да. Мне очень понравилось. Потом понравилась вот эта вот хоя. Да, вот это вот хоя понравилось. Много чего интересного. Глаза разбегаются. Папоротник такой интересный. Так. Красота. Красота, друзья. Глаза разбегаются. Такие вот суккулентики. Не трогаем. Мия, не надо. Пожалуйста. Пальмочка. Посмотрите, какое красивое цветение у гибискуса. Желтый я вижу впервые. Такие махровые цветочки. Так. Вообще, решила я взять сцендапсус. У него такие красивые листики, на солнышке прям серебром переливаются. О, красивый горшок, да? Керамика. Да, наша Миша даже с сумочкой пришла сюда в магазин с мамой. Друзья, я ровно год назад покупала свою бегонию, вот эту вот королевскую. Она до сих пор со мной живет. Она прекрасно себя чувствует. Это одно из самых моих любимых растений. У нее такой, видите, интересный стволик мохнатый. До сих пор живет. Потом у меня есть вот такая вот бегония. И цветочки. Нет, не такая. Там другие цветочки. Но тоже листики похожие. Да, я в этом магазине и покупала ее. Угу. Красивое цветение, конечно, вообще. Может, еще одну взять? Красота, красота. Глаза разбегаются. Вот это еще интересная бегония. Правда, листики подсушены, но смотрите, да, какой интересный окрас. Да, идем, Миюша, идем. Ну вот она, смотрите, это вторая моя бегония. Красивое цветение. Тоже оборотная сторона красная. Значит, супер дил, горячее предложение, 5 таких вот горшочков за $20.
Вот. Но мне так 5 не надо. Ну, уже горшочки поменьшего размера. Красота. У нас сегодня прекрасная погода. Значит, друзья, возле Home Depot находится и Walmart. Поэтому решили заехать и в Walmart. Мы по-быстрому. У нас заканчиваются пулапсы, подгузники. Те, что форма трусиков. Как у нас обстоят дела с туалетом? Ну так, через раз ходит, но полноценно мы еще не перешли. Так что подгузники точно надо. Друзья, вспомнили, что надо помидоры домой. Возьму пакетик $3 на веточке. Ну ты куда? Садись. Так, друзья, без дозакупок он никак не обходится, честное слово. Значит, планирую еще приготовить один новенький рецепт салата. Мне понадобится вот это кунжутное масло. Так что я возьму. Цена 8,27, дороговато, но надолго хватит. Хотим специально попробовать другую фирму и определиться, какие лучше будут для нашей Мишки. В прошлый раз пробовали мы от Haggis Pull-Ups. Смотрю на вот эти, не понимаю, какая фирма. Вот это, наверное, Nickelodeon. Вообще. Смотрю еще на вот эту вот упаковочку. 40 штук, $15. И смотрю на вот от фирмы Pampers. Наш размер 74 штуки, $32. Я, наверное, попробую от Pampers. А мы попробуем, да. Друзья, будем готовить ленивые чебуреки. Для этого нам понадобится только два ингредиента. Это тортилья и фарш. Фарш я уже смешала. У меня свиной. Добавила репчатый лучок для сочности. Добавила соль, перец по вкусу и зеленый лучок. Немного воды, ну, чтобы... Это тоже для сочности. Покажу, как Миюша ест молочную кашу. Вкусно? Точно? Точно вкусно? Каша рисовая. Миюш. Вкусно? А покажи, как ты ешь сама. Покажи. 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 Мы понаблюдаем за тобой. Ой, молодец какая. Ой, ой, ну так аппетитно ты кушаешь кашку. Вкусно? Да, да. Ну, приятного аппетита тебе, дорогая. К нам в гости сегодня придет Кирилл. Это племянник Антона, поэтому хотелось бы его чем-то таким удивить. Да, возможно, не полезное, но ну, вкусно. Полезную еду они дома едят, правильно? А детки такое, от такого не откажутся, съедят за милую душу. Вот, значит, на тортилью выкладываем с тонким слоем фарш на половину тортилы, да. Смазываем, можно яйцом, можно обычной водой по краям, да, по всему периметру. И закрываем, приклеиваем. И потом так аккуратно вилочкой прижимаем, придавливаем. Ну, возможно, это для красоты, а возможно и нет. В общем, приготовленные чебуреки по такому рецепту тоже получаются очень вкусными и вообще не отличишь от оригинального рецепта. Да, такая вот ленивый способ, но тоже очень вкусно. Показываю, как такие выглядят чебуреки уже в готовом виде. Ну, вообще не различишь, правда? Тоже есть вот эти вот пупырышки, да. Вообще не отличишь от оригинальных. И тоже они хрустят. Так. Значит, друзья, протирая тут летнюю мебель, я совсем не видела вот это вот. Что это такое? Посмотрите. Какое оно страшное. Обалдеть. Такое я вижу впервые. Боже. Но страшное, но красивое. Да, боже, это что такое? Надеюсь, оно одно. Ой, ты. Ужас просто.
да? Кошмар, кошмар. Как дела? Хорошо. Проходи, разбываемся. Что ты рассказываешь? Кирилл, скажи, Кирилл, привет. Он выглядит очень маленький. Кто? Я. Погода уже остановилась. Так, уважаешь, one year difference. Она когда excited, она писает. Подожди. Нет, еще не трогай. Я не смотри в глаза. Да, ты я серьезно говорю, да? Что это за правила такие? Да, вот так, сначала ты приходишь, здороваешься с гостями. Слава богу, что не какает. Ну, если ты хорошо посмотришь в глаза и накакает. А теперь отвернись. Я тебе серьезно говорю, отвернись. Все, стой смирно. Холи, так, садись. Я тебе что-то покажу. Смотри туда. Что ты думаешь? Кирилл, позови. Садись, садись, садись. Так. Иди прогоняй. Что такое? Я не знаю. Хорошо, бабочка начнет. Давай, это нюня. Или как там? Ешь, ешь. Фас. Нюня, Холи. Да как? Холи зовут. Смотри, там лицо у нее. Давай, Мия, бери ее и вот так. Ай, мама дает. А ты когда-то пробовал слаши? Да. Что это такое? Холи, Холи. Так прогоняй, Антон. Это, короче, давай. Ну. Всем смешно, всем интересно. Всем весело. Бабочку видели, всем весело. Аф-аф. Нет, так не делай. Чего? Когда она возбуждается, видишь, она начинает возбуждаться. Она начинает проигрывать. Так, Кирилл, пробуй пока теплый. Да, давай пробуй. А тебе не страшно, Мия? Нет? Нет. Точно? Да ну, не на меня. Киш. 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 Ну, такое мохнатое. Какая-то ночная бабочка. Так, все, тебе всегда не готовься. Главное, чтобы она... Да, понравилось? Конечно. Мне приятного аппетита. Нравится. Главное, чтобы они сладкие не были. Да. А что, есть такие? Ну, конечно. Пицца есть сладкая, вот это сахарный диабет называется. Да? Ну, да, конечно. А, там типа такая пицца, где там типа шоколад? Да, там еще вот эти корочки, там можно выдавить, там шоколад целый. Ты видела это видео, там шоколадная пицца? Потом... Да, дай ей, отломай вот трошки. А корочку, и там шоколад. Не ешь их, садись. Только трошки, да. Вау. 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 Ну все, пошлите. Друзья, приехали мы в парк собачий. Скопим. Да. У нас так хорошо потеплело. Холодный кофе. Ты уже и пенку съела? Да. Сладенькая. Все, едем. Идем. Давай мне подстаканник. Сидеть. 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 Холи, сидеть, сидеть, сидеть. Ждать, ждать. Холи. Уже не терпится ей погулять, Холи. Побегать. Холи. Мия, Мия. Холи. Собака счастлива. Собака просто счастлива. Ой, ты, Боже. Холи.
Холли? А второй раз уже не бежит. Да. Холли, Холли. Холли. Ой, вот эта собачка ее гоняет. Холли, Холли. Холли. Получила там маленькая собака от хозяйки. А говорят, ну, водная порода. Ага, да. Ну, Холли. Первый раз уж побежала, может, холодно ей. Холли, а то не поняла. Тебя тоже спустить? Да? Давай. Кидай. Зато большой, маленький бежит. Холли, на. Класс. Очень хорошая погода. Да. Наконец. Да. И к нам пришло лето. На, на. Ага, за птицу. На, Холли, на. Холли. 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 Холли, ко мне. Ко мне. Холли. Холли. На. Холли. Ой. Да, кидай в воду. Холли. У племянника есть YouTube канал. У племянника есть YouTube канал. Кто хочет подписаться, подписывайтесь. Идеальная реклама. Да, да, да. Так мы ж профессионалы. Называется Федор на связку. И кто захочет, тот и подписывается. Мы оставим ссылку, поэтому, друзья, хотите, подпишитесь, кому интересно. Он там рассказывает интересные рассказы. Новости, новости, прошу. Короче, футбольный контент. Если не только, не только. Ты сейчас про Канаду тоже рассказываешь. Да, я сейчас снимаю влог, завтра выйдет новое видео. А так в целом футбольный контент. Кто любит футбол, подписывайтесь. И полуната футбольный мир разом знам, а так? Вот так мы там написано в описании. Да? Да. Ну все, хорошо. Федор на звездку. А что Федор на звездку вообще будет? Связываться или нет? Ну, все тогда. Все, да. Подписывайтесь. Подписывайтесь, лайкосик. А кто поставит дизлайк, мы вас обязательно запомним. Я даже не знаю, кто поставит дизлайк, просто наугад. Да, да, да. Миюшек, а ты что скажешь? Ай-яй-яй, втихаря. А мне чего не дать? Все?